Ну вот, собственно говоря, начал я пилить, она нифига не пилит. Очень твердая древесина с торца. Сейчас постараюсь. Ну вот, короче говоря, взял просто ножом и начал по обуху лупить молоточком. Ну, аккуратно, правда. Нож достойно с этой задачей мой справился, кованый, из рессорины. Короче говоря, хорошо, что он у меня не очень сильно закален был. И вот таким макаром я сейчас нарублю себе кусочков. Вот. Но процесс, я говорю, опять очередной раз не получится снять, к сожалению, держать мне камеру неудобно. Но постараюсь как-нибудь, может быть, на велосипед приспособлю, показать.